Волжские мотивы на склоне у площади Славы. Здесь уже накатывают светодинамические волны. Всего их несколько десятков. Масштабная конструкция состоит из 4 уровней. На склоне установят фонтан, композицию «Северное сияние», арочные колонны и светящиеся шары. Инсталляция готова на 80%. По мере завершения монтажа специалисты проводят тестовое подключение отдельных фрагментов. Все для от души, для людей нашей любимой Самары сделаем. Без иллюминации это не Новый год. Иллюминация это будет очень красиво. Всего на городских территориях запланировано разместить около 7000 элементов иллюминации. В преддверии новогодних дней горожанам создают праздничное настроение. В локациях для прогулок и массового отдыха установят световые скульптуры и фонтаны, пространственные композиции, елки, светодиодные гирлянды. Вдоль основных дорог города отремонтируют существующие световые консоли на опорах системы освещения. Все элементы иллюминации энергоэффективные, не оказывают значительной нагрузки на электросеть, эти не требуют внушительных затрат на электричество. Подготовительные работы мы начали в середине октября. После сборки подиумов окончательно начнем сборку объемно-пространственных композиций, установку, проверку. Вместе с фонтанами, да? Само собой. Все поэтапно. Кроме муниципального предприятия «Самарагорсвет», к процессу декорирования подключатся другие профильные предприятия и учреждения. Парки Самары, Самарская набережная, спецремстройзеленхоз. Самое масштабное оформление иллюминации и по традиции будет на площади имени Куйбышева. Здесь созданием новогоднего комплекса будут заниматься во взаимодействии с Департаментом культуры и молодежной политики администрации Самары. Местные жители с нетерпением ждут преображения города. Очень ждем. Когда и елки, когда украшают, и дорогу украшают очень красиво. Настроение сразу поднимается, охота выходить на улицу. Зимой не так часто хочется гулять, а когда украшено, настроение появляется. Настроение, чтобы было хорошее. Цветовое оформление красивое очень. Это уже, ну, все любуются. Мы тоже ждем украшения, сразу праздник появляется в душе. И, конечно же, ждем и елку на Куйбышева обязательно, и световые инсталляции. Коммерческие предприятия Самары также приступили к оформлению фасадов, витрин, входных групп, прилегающих территорий. Новогоднее убранство появилось в историческом центре на улицах Куйбышева и Ленинградской у ряда торговых центров. Завершить все работы по установке новогодней иллюминации планируют до 20 декабря. При этом не будут ждать, когда световой декор смонтируют полностью, чтобы включить. Объект готов, его уже включают сразу вместе с городским освещением. Все идет по мере готовности конкретных объектов. Городская администрация заботится о том, чтобы настроение у людей в наше трудное время к Новому году все-таки было соответствующим, хорошим. Мы стараемся, чтобы город был украшен, было все красиво и радовало глаз. Для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования профильные службы предусмотрели дежурные бригады, повышенное внимание и обеспечение безопасности. По периметру масштабных световых фигур установят ограждение, заходить за которые не рекомендуется. Для декорирования территории в следующем году временно исполняющий полномочия главы городского округа Самара Иван Носков дал поручение проработать новый проект комплексного светового оформления города. Августина Охременко, Валерий Майоров. События.